Uda takar swadam takar udam chawa wisa starsha maga haul guana dami udam yaudan mash udams haucha warpeti gaujata ya udam yauda paja. Итак, всем привет, дорогие друзья. Очень рад сказать то, что я сейчас пытаюсь вернуться к записи, но я это уже много раз говорю. Почему-то у меня на постоянной основе не получается последнее время записывать, то из обстоятельств, то из настроения. Короче, как бывает. Но сегодня я вас обрадую, сегодня выходит вот эта вот самая серия. Я, насколько помню, в прошлый раз мы помогали какому-то урке, но сегодня мы разберемся, что будем делать, поэтому, соответственно, начнем. Вы входите в деревню, зверь не может следовать за вами. Ну ладно. Так, а тут у меня что? Тут прокачка моей хаты, да? Шкура барсука просто хуяк, и прокачаем пещеру. Ну, если нам приспичит, конечно же. Вообще у меня вон что. Хотя надо качать. А, мы в прошлый раз, по-моему, со всеми поговорили. Давай посмотрим теперь на карту, что нас ждет на карте. В принципе, игра проходится, все у нас замечательно. Так. Вот задание у нас исцелить, да? И тут это турки. Короче, пусть этот мыслитель пока посидит. Мы сейчас пойдем с вами помогать, да. Потому что чё бы и не да, как говорится. Чего? С чего это? Погоди, ты гонишь? Реально невозможно. Ты хочешь, чтобы я 3000 шагов прошел? Погоди. Это почему? А, кстати, какая у нас хилочка стоит? Стандарт. Стандарт плюс у нас стоит. Так, смотрим. А, это у нас все есть. Ну, вот это давай изготовим про запас. Приманочка. Давай 3 штучки. А, вот эту бомбочку сделаем, потому что чё бы нет. Так, а так я в основном не понял. Я что-то не понял. Почему невозможно-то? Во, вот теперь возможно. А то невозможно. Так, ну здорово, брат, поехали. Так, подумать только, я все помню. Уже столько времени проходит, а я все помню спокойно вообще. Сейчас вот будем эту миссию выполнять. И посмотрим, к чему она нас приведет в конечном итоге. А, в жопу иди, я тебя сожру. Как смачно он его укусил. Мне прям понравилось. Ай. Так не делай. Кстати говоря, мы... Да, мы. У нас вот этот лук. Большой есть. И недавно вышло обновление, буквально сегодня, на Зайл и в Риму, на новую кастомизацию и все прочее. Еще там давным-давно пахицефалозавр есть. Короче, если вам интересно и вы это хотите, я могу вам предложить поиграть.
Так, а тут у нас что? Ля, качает, качает. А кто выделывается-то? А, вон, вижу, одна сука сюда бежит. Так нам надо тогда, получается, так лучше идти. Сука. Заткнись, блядь. Нас не спалили, да, надеюсь? Нас же не спалили. Бля, что за качающая музыка играет? А тут что? Бля, что, все-таки там спускаться, что ли, надо было? Так далеко смотришь, охуел. Сука, да как так-то? Да блядь, ёб твою мать. Хе-хе, весело-то как, ёб твою мать. Я еще ни в кого попасть не могу. Какой я пиздатый, не могу. Бля, толку не в костер, братан. Ладно, давай драться. О, вот это вот тема, кстати. Красный лист, это хорошо. Ты чё тут? Туши. Давай подожжём стрелу, чё бы нет. Всё же лучше, чем обычное. Да, суки? Блять, ну сейчас-то я попаду. Да. Почаще играть надо, а то косить начинаю. Причем знатно. А тут что-то не особо меня и пытаются. А, я должен эту херню обыскивать, реально? Не здесь. Чё, херели меня травить? А ты чё? Нет костяной пыли. Так, ну нет, так нет. Я тебя убивать не буду, мадам. Ничего. Да в смысле ничего-то? Говори, где костяная пыль. Может, здесь тогда? Вот по-любому здесь. Заколебешь. Нет, ты в натуре.
Или я херово обыскиваю? Так, ну тут вроде... Так, ты это, чел, кушай. Легче станет. Тут все обыскал. Вроде все. То обыскали здесь еще раз. Вот. Северная глина. А это тут не оно? Блять, ни хера не понимаю. Давай еще раз здесь. Здесь что не так? Наконец-то. Покиньте лагерь, давай, покидаем лагерь, чел. Да не гладить, а покинуть. Давай вот здесь его покинем. Что-то как-то нам сопротивление особо не оказали даже. Ты где? Ну давай сюда иди. Все, поехали. Все, отлично сделали. Что-то легко, больно. Дальше куда? Так, ну это неудивительно, что к нему. Ладно, давай к нему сразу. Я главного врага не убивал. Пусть история не врет. Я так и не понял, как к нему, собственно, подойти. Тут он в родной пещере. Плутаю, не понимаю, куда идти. О, здорово. Я найти те костяные пыль. Спасибо, Такар. Огонь в черепе скоро остыть. Теперь да, отдыхать. Это все. Ё-моё, носорог, глина, много хочешь. Так вот эту метку сними, пожалуйста. Вот. У меня здесь есть точка, да? Здесь типа можно пройти, но на самом деле это большая ложь. Хер ты здесь пройдешь. Это все ебучая гора. А вообще, бомба ярости, зелье противоядия никто еще делать не научился у меня, поэтому... Давай вот с этим братухой разбираться. Еще одну миссию у него сделаем. Я, конечно, может, слепошарый,
Я потом еще раз туда схожу, но я так скажу, мне как кажется, хуй туда попадешь. Потому что я сколько не пытался, я не пойму вообще в душе, как туда залезть. Вот такие вот дела. Поэтому как-то так. Не бейся об дерево. Какой. Бля, да хватит биться. Южный пурпурный лист. Тут на карте пещера какая-то еще. Ну хрен с ним. Ой, да отвяньте. Вы ж проиграете. Да сожри ее. Они меня вообще раздражают. У них музыка не прикольная. Падать-то будешь. О, вот это что такое. Прикольно. Так, ну что могу сказать? Тут где-то надо лезть. Да, вот тут вот мы полезем. Поехали. Так, отлично. Тихонько идем к этому дурачку. Красные листы надо собирать. Это полезно. Блин, как же его задрали. Вау! Так, еще один пурпурный лист взять. Это будет очень кстати. Красный тоже. Опа, где крюк? Здесь крюк? А вот. Полезли. Бисина. Давай, помогу. Урки. Урки. Когда урки удом видеть, урки на удом напасть. Удам урки. Удам урки проткнуть. Дерьмо. Ух, нихуя себе живучий. Умный, ты урки спасай. Твоя кожа слишком мягкая для копья удом, не крепкая, как скала. Стой. Не крепкая, как скала. Урки нужна кожа, как скала. Ты для урки камни находить. Кожу делать и копье остановить. Ты ходить обыскать лагерь Винджа, руки видеть там хорошие хуевины.
Ну, поехали. Что-то там обезьян увидел, мне кажется. Точнее, слышал. Сука, пригодится потом для какого-то крафта, а я ее оставил тут. Ебать. А вот это вот хорошо. Пригодится. Да не, блядь. Черепаху золотая. Да, черепаху жалко, но что поделать. Только я думал, с черепахи панцирь выпадет, а что-то он с нее не выпал. Вон как хорошо мы стрелы стали крафтить. Извиняюсь. Это кто? Ебать, куры. Где? Во, обезьяна! Блять, нет. Сука. Шкура обезьяны. Что-то много тут у него обезьян. Надо запомнить это. Отыщите особые камни для урки. А-а-а. Погоди, давай по стелсу. Ну, блядь! Ну, я давно не... Да как ближний бой-то? А, это херня. Встань! Бля, давай еще раз, я засрал. Я согласен еще раз в пень. Это было криво, это было рукожопа. И это было обидно. Сука, еще раз я кину этим ножом. Блядь, долбоеб, съебись. Ладно. Да ты охуел. Ой, бля. Бросаем приманку. Сука. Ну подеремся, ладно. Да умри. Вызвать. Ты где, сука? Так, похилиться. Я верю, что стелс был возможен, но на данный момент он больше невозможен. Вы чё, отхуярили мне льва? Вы охуели? Блять, погоди, братух. Потяни немного. На, сука. Ой, блядь. Да, блядь. Сдохни.
Блять, траву поджег, дебил. Я хуею. Хорошо эту бомбу сделал, очень пригодилось. Пиздец. Поле боя, блядь. Так, ладно, мне надо найти какие-то камни. А-а-а! Чё за салка? Так, один камешек я нашел. Блять, ты меня путаешь, чел. О, спасибо, ты мне еще помог найти. Последний, мне кажется, где-то в доме. Шкура козла, а-ля красавц. Смотрю, больше не вижу. Блин. Ёбаный пожар. Может, здесь? Угу. Двуручная дубина? А, у меня она есть. Блин. Да? А, точно, вот здесь, наверное. О, здорово. Слушай, скажи, ты здесь камни не прячешь? Вот камень, да. Прятала. Все, поехали к брату Курки. Эти пусть тут бегают. Да ты задрал. Кататься давай. Все, ест, да ест. Сейчас мы ему привезем камни, он будет радостный. Вот именно эти камни ему надо. Деловой. Сам пару метров пройти не может, отхуярить их и забрать камни. Вот что за человек. Смешно и не могу. Спасибо, спасибо, умный. Урки сделать каменную кожу. Ждать урки. Ждать урки. Умный, и сюда иди. Каменная кожа тяжелая, крепкая. Ты бросать копье в урки. Урки готов. Погоди, а от этого ничего не зависит? Я отказываюсь.
И опять он лежит, умирает. Господи боже. Я не, вот не хотел, я знал, что так будет. Что у нас по миссиям? Охренеть, мы все прошли. А нет. Пизжу. Вот... Шаман Тесней. Украдите маску. Вот маски мы... Давай вот это вот тебе покажу, то что... Я не знаю, что с этой точкой делать. Вот просто покажу, чтобы ты знал. Или знала. Короче. Вот он тут, да? Вот тут по карте, если сюда повернуть, я типа могу... Как-то там пройти, да? И этот проход здесь. Как мне туда топать? Тут есть... Ой, я дурак! Чё, я реально сюда могу пройти? Погоди-ка. Сколько у нас время? 32 минуты. Бляха-муха. Ладно. Эх. На, погоди, туплю. Вот тут вот уже что-то не то. Вот я сюда спустился. Это я уже не туда. Давай еще. Я дорубил. Что-то мне подсказывает, хреново меня качает. Давай вот в эту сторону сейчас раскачаемся, чтобы без препятствий. Блять. Как-то непредсказуемо оно раскачивается. Ну, блядь, зацепись ты за эту, сука. Бля, я понял, надо вот сюда смотреть. Блять. Еще раз давай. Я знаю то, что это займет время, но надо попробовать. На самом деле тут крайне неудобно раскачиваться. Блять, сбил. Чё мне? Зверя моего уработал, ты охуел? Я чё-то не понял. Ты чё творёныш? Ай, блядь. Но.
Короче, братух, я тебя отзываю. Съебись. А сам сюда съебываюсь. И продолжаю. Без тебя просто безопаснее будет. Так, делаем раз. Два. Три. Блять. Ну да, жопа, я хуй сделаю это. Погоди, все нормально. Так, погоди, я понял. Я много чего понял. Блин, вот тут вот раскат сейчас классный был. Так, вот сейчас вот я засал, что не хватит. Давай еще вот так. Ну, да сука, ты заебала. А, еще раз, давай, давай еще немножко. Я не думал, что серия будет так заканчиваться. Наконец-то. И чё? И чё делать? Вообще нихуя, да? Ну заебись. А тут есть проход? Ага, тут мне сказали хуй тебе, а не проход. Ладно, напоследок попробуем еще одну фишку. Сядем на копья, хуй с этим. Ебать, вы еще больные, блядь. Сука. Не, ну вы, конечно, красавчики, спору нет. Отхуярили меня только в путь. Да хватит, блядь. Так, я прыгаю. Это было... Блять, вы загрызете, долбоёбы. Я не буду копье поджигать из принципа. Блять, что я делаю не так? Что за метка такая? Ладно, давай подожжем. Какая-то там метка, не понятно. О, дебил, куда полетел? Да я тебя залутаю, что ли, а то обидно тебе будет. Умирать, как балбес. И опять же, как туда попасть? А тут зачем раскач? А. Так, смотри, вон там вот есть какой-то проход. Если я обойду. Ебать! А так, да? Пещера какая-то. Ебать, вот он проход. Гнилостный пар.
как мне изготовить противоядие. Погоди. Так, ну, навыков я таких не вижу. Давай здесь посмотрим. Да, я понял. Короче, мы вот эту херню крафтим. Нейтрализует действие яда. А это что за рецепт? Улучшите хижину сейвы. Будем улучшать, короче, хижину сейвы. Так, сколько у нас там по времени? 42 минуты. Телепортируемся домой. Блядь. Телепортируемся же, говорю. Я понял, как к ним туда проходить. Я к ним пройду, зарыжу их, и минус удом будут. Где тут сейвы? Уинджа. Так, вот сейвы. А, шкура мамонта. Короче, ладно, друзья. Шкура мамонта. Я пока АФК буду добывать эту шкуру мамонта. И мы встретимся с вами в следующей серии. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока.